Всем привет, меня зовут Олег Платонов, вы находитесь на GTA.com.ua, и сегодня у нас вот уже третий ознакомительный ролик для новичков в GTA Online. Сейчас речь пойдет о том, как получить квартиру, гараж, бизнес, авто и оружие бесплатно. Для этого вам понадобится стартовый набор «Преступная организация». Он входит в премиум издание «Пятерки», которое, во-первых, заменило обычные копии GTA 5 в цифровых магазинах, а во-вторых, раздавалось бесплатно в Epic Game Store весной 2020-го. Так что шансы на то, что у вас именно GTA 5 Premium Edition, достаточно высоки. Вы это поймете при первом же входе в онлайн. Поначалу на ваш телефон в игре будет повторно приходить электронное письмо со списком всего бесплатного контента. Контента, который стоит порядка 10 миллионов GTA долларов. Так вот, как его получить? Есть две загвоздки в том, чтобы предлагаемая недвижимость оказалась в нашем распоряжении. И еще одна, чтобы получить транспорт. Но последняя вытекает из первых. Так вот, транспортные средства вы не получите, пока не обзаведетесь гаражом. А гараж, как квартиру и бизнес, можно купить только достигнув 5 уровня. Иначе ваша транзакция попросту не пройдет. Но и это еще не все. Поэтому пока что отправляемся зарабатывать очки репутации и забирать другие предметы. Оружие, одежду и татуировки. Итак, посетив амунацию, мы сможем получить высокоточную винтовку, укороченную винтовку и укороченный гранатомет. Напротив них будет стоять не цена, а буквы БП, то есть бесплатно. Но обратите внимание на весь ассортимент, так как некоторые позиции также будут предложены даром, вне зависимости от того, базовая у вас версия игры или нет. Например, дробовик-обрез и топорик. Первое время этого арсенала будет более чем достаточно, а потом можно дождаться скидки на другой огнестрел. По такому же принципу смотрите и другие категории товаров. После, так сказать, покупки оружия отправляйтесь в магазин одежды и вынесите оттуда все, что можно, чтобы получить награду «Модник» и солидную прибавку к очкам репутации. Так быстрее накопится нужный нам 5-й уровень. А теперь можно и в тату-салон. Там, чтобы получить еще одну платиновую награду, нужно набить татуировки на все части тела. Вот только бесплатными не забить все необходимые участки мешка с костями. Доступны только байкерские тату. А сейчас самое главное. Чтобы начать скупать недвижимость, нужно не только стать игроком 5 уровня, но и получить звонок от Симона Ятаряна. Для этого нужно поиграть чуть дольше и дождаться заветной катсцены. Автодилер сам свяжется с игроком. Ваши попытки выйти на связь успехом не увенчаются. Hello, my dear girl. It's your uncle Simeon. I know we're not really family. But if you are very lucky, maybe we become business associates, which is even better. The modifications on the car, they are a present. A gift from me to you. And like all gifts, they are freely given. Although you are now forever in my debt. Bearing that in mind, at all times perhaps, I will text you with the occasional favor for me. Listen, eventually after many years of hard work, you too can afford a nasty lockup in which to keep all your classily modified and unique vehicles. But in the meantime, just don't get robbed, okay? I see you soon. Отныне у нас развязаны руки, и мы можем обзавестись жильем. На сайте Dynasty 8 обращаем внимание на значки с долларом. Так обозначаются бесплатные товары в игровом интернете. Забираем квартиру по адресу San Vito Street 1561, параллельно получая достижение «Американская мечта», и гараж на Exceptionalist Way 1337. Гараж у аэропорта вместителен, на 10 авто, а вот у квартиры не очень, он всего на 2 места. Далее на сайте Maisbank по продаже бизнес-объектов находим наш дармовый клабхаус. Он расположен в Great Chaparral на шоссе 68-101. Базовая комплектация будет бесплатной, а вот за другую косметику или дополнительные функции придется доплатить.
Но мы советуем обойтись тем, что есть. В будущем вы всегда сможете сделать ремонт. Там же вы найдете бункер в лесу Палетта, где займетесь разработкой и торговлей оружием. А на сайте Dynasty 8 Executive, также в разделе денег и услуг, вас ждет офис в центре города. Ну и для того, чтобы прибрать к рукам печатную мастерскую по производству фальшивых банкнот в пустыне Синора, нужно в Клабхаусе стать президентом и совершить покупку через сервис The Open Road. К слову, совет по поводу мотоклуба. Храните в его гараже свой мототранспорт, так вы сэкономите места в обычных гаражах. В итоге у нас осталась покупка всего транспорта, но так как гаражи у нас уже есть, проблем возникнуть не должно. Заходим на автомобильные сайты и забираем все с ценником 0. На экскурсии ходить не станем, вы теперь сами можете осмотреть свои владения. С вами была рубрика GTA Болтун, Олег Платонов, специально для GTA.com.ua.